встреча суждена. И даже если на мгновенье пусть будет нам она важна, как первое прикосновение. Не удается вас забыть, как бы сама я ни старалась, подарка этого судьбы мне было очевидно мало. Я буду жить в своих мечтах и буду их во сне лелеять и утешаться в этих снах, о чем-то, может быть, жалея. Мечтаю.